Витаю вас, мои дорогие, на канале Рулик 69, меня зовут Руслан, и это мир модификаций Евротрак Симулятор 2. Итак, наша доблестная Евротрак Симулятор 2 получила адаптацию под версию 1.48.5, ну, соответственно, и обновился у нас ProMods до версии 2.67. Естественно, все, кто использует данную карту, соответственно, вам нужно что? Обновить эту карту, совершенно верно. Просто вам напомню, да, ребятки, процесс обновления. Мало ли, может быть, кто-то и чего-то подзабыл. Соответственно, вам нужно обновить Европу, нужно обновить Казахстан и нужно обновить вот этот аддончик Ближний Восток. Соответственно, то бишь все нужно обновить. Нажимаете, да, на иконочку и вот... Сейчас устанавливается ProMods 2.67 TTS 1.48.5. Соответственно, вот, для получения D-файла вам нужно нажать вот сюда. Нажимаете для получения D-файла, опускаетесь вниз и в обязательном порядке поставьте галочку, да, для совместимости с другими картами. И нажимаете «Сгенерировать». Тем самым у вас генерируется D-файл. Понятненько, да, с этим вопросом. D-файл сгенерировали. Ну, я думаю, что все уже в курсе дела. Но напомните, я думаю, что будет то, что доктор прописал. Итак, D-файл у нас сгенерирован и готов, да? Теперь самое интересное. Переходим к шагу 2. Ну, здесь, как всегда, один архив, быстрый сервер без рекламы, но цена 1 евро. Второй вариант – это многотонный архив, обычный сервер, есть реклама, но бесплатно. И, соответственно, это все вы скачаете за 1 евро. Все у вас будет в одном архиве и без геморроя. Бесплатно у вас будет 9 файлов и одна загрузка в любое время, 5 минут ожидания между загрузками. Понятненько, да? И у вас будет качаться там оно по 2 файлика. Ну, тут уже, как всегда, определяйтесь сами, ребятки. И самое интересное, что у нас, да, вот в обновлении. Исправлены критические ошибки по сравнению с версией 2.6.6. Ну, это как всегда. И интеграция новых паромов в Анконе и Баре. И добавлено паромное сообщение из Анконы в Задар. Вот и все, ребятки. Что нас ждет в обновленном ProMods 2.67? Больше ничего. Ну, а что делать? Но зато раз качаете и уже выйдет DLC-шка. Наша долгожданная, да? Вам больше ничего не нужно будет делать. Этот ProMods у вас 2.67 будет и актуален под новые DLC. Так что, без вопросов. Перекачиваем. И вперед. Все то же самое, мои дорогие, делаете. Вот именно с Казахстаном, да? Ну, здесь я так понял, что ничего такого нет. Вот так была версия Казахстана 1.0.2. Ну вот и все, наверное, там что-то может быть, как всегда, поправили, критические ошибки исправления. Все, здесь вам не нужно получение D-файла, ничего не нужно. Просто переходите к шагу 2, да, и вот 50 центов, евро центов и бесплатная версия. Ну, я думаю, не думаю, а просто советую вам, что смысла нет доплатить вот этих 50 евро центов. Вы просто нажали на бесплатку, и также вы одним архивом скачаете вот эти два файлика, да? С этим понятно. С Казахстаном мы с вами тоже как бы так разобрались. Ну и дальше, мои дорогие, что касаемо именно Ближнего Востока, да? Также Ближний Восток у нас 2.67 версия, для ETS 1.48.5. Все то же, D-файл вам не нужен, он уже
Есть в архивчике все как положено. Переходите к шагу 2, все то же самое. 50 евроцентов платное и второй бесплатный вариант. То же самое, что у нас было с Казахстаном, да, смело качайте бесплатно вот эту бесплатную версию. Все тоже у вас будет в одном архивчике, два файлика, все как положено. Ну, а те, кто захотят, естественно, оплатить, тут не вопрос. Я вам просто подсказываю, как и что поудобнее сделать. Вот как-то вот так. Ну и поехали в игрушку, да, посмотрим, что да как. И давеча мы с вами собирали сборочку. Вот мы ее как бы с вами поправим, но скажу, забегая наперед, что в той сборке, что 2.66 будет работать нормальным ходом. Единственное, что там не будет вот этих паромов, да? А в 2.67 уже будут эти паромы. И как бы так уже 2.67 адаптирован к нашему новому DLC грядущему. Вот в чем, ребятки, разница. Поехали потихоньку. Итак, мои дорогие, мы с вами уже непосредственно в менеджере модификаций. Напомню вам версию игры, актуальную на сегодняшний день, 1.48.5.57S. У меня же это официалка стимовская со всеми дополнениями, то бишь DLC. И как всегда напоминаю вам, чтобы вы могли комфортно покатать по данной карте ProMost 2.67, да и вообще по данной сборочке, которую я предлагаю вам, у вас должны быть установлены абсолютно все DLC, которые есть у нас в игре на сегодняшний день. Этих DLC у нас пока 7. Но, ребятки, 8 DLC у нас на подходе. DLC Балканы. 19 числа. Готовьте свои бабосики и будем приобретать данные DLC. И я думаю, будем с удовольствием катать. Итак, поехали. Давеча мы с вами собирали сборочку, да, но там внесем некоторые коррективы в данную сборку. Потому что на вкус и цвет, как правило, товарищей нет, особенно у нас в DTS 2. Просят ребята добавить еще туда карту Азии. Как-то вот им, ну, не хватает карты Азии. То просили не ставить Азию, теперь просят ставить. Ну, а что делать? Будем ставить. Итак, поехали. Снизу выставляем карту Сибири версии 2.61. Далее выставляем вот эту уже получившую у нас, да, обновление, карту от ProMods, карта Казахстан. Выставляем Asset DevMap. Далее ставим вот этот коннектор, да, который даст нам паромные сообщения с данной картой Казахстана. Далее выставляем карту Азии. Выставляем Asset Модель 2. Модель DevMap. И вот этот фикс для нормальной работы карты Азии. Именно там вот в Пхеньяне, в Сеуле. И везде вот по этим платкам, чтобы у вас не было проблем. Вот для этого нам нужен вот этот фикс. Далее выставляем легендарный доблестный наш обновленный ProMods 2.67. Выставляем Asset Модель 3, 2, 1, Media Map и соответственно Dev. Ставим вот это DLC Support. Ну его в принципе как бы так, можно ставить, можно нет. Это уже по желанию. И для тех, кто пожелает катать конвойчик, да, выставляем вот этот конвой Mode Support. Понятненько, да? Поставили все это дело. Далее выставляем также обновленный наш Ближний Восток аддончик. Выставляем Asset DevMap. Далее выставляем с вами Ирландию. Далее выставляем острова, как я их люблю называть, аппендицитики. Далее выставляем с вами карту. Проект Е6, hotfix данной карте. Далее ставим с вами карту Франции от Чарли. Шикарнейшая карта, все бомбезненько. Одно удовольствие катать. Далее ставим от Греймс. Расширение Парижа, тоже зачет, все бомбезненько. Далее выставляем с вами Силезию. Далее у нас идет не, скажем так, неплохая карта, карта Македонии. Выставляем Asset Map Dev. Далее у нас тоже нормальненьким ходом проект Балканы. Немножко там расширит нам Балканы.
Выставляем Asset Map Dev. Далее, Польша Rebuilding. Выставляем Asset Модели Map Dev. Далее выставляем с вами дополнение. Украина, именно промост 267. Выставили. Далее ставим коннектор для соединения дополнения Украина с картой Польша Rebuilding. Ну и выше ставим с вами Болгария в фокусе у нас будет. Ну вот так. И соответственно ставим подложечку в обязательном порядке. И вот этот модик от Jerry для полноэкранной нашей карты мира. Вот и все, мои дорогие. Соответственно, выше вот этого последнего модика, да, уже выставляете все ваши моды, которые вы используете в игре. Вот как бы так. Посмотрели мы с вами обнову, да. Промост 267 и более-менее уже актуальненькую сборочку с вами подсобрали, по которой, я думаю, будете ездить в удовольствие. Потихеньку ехаем далее. Ну и вот так, мои дорогие, все это выглядит у нас уже непосредственно в самой карте. Вот что они добавили, да? Анкона Задар. Вот. Паромчик. Ну и здесь с Бари тоже вот эти все паромчики. Ну вот, в принципе-то и все, ребятки. Что у нас получилось из обновы. Но, тем не менее, все нормальненько, все хорошо. Соответственно, все те карты, которые мы с вами сюда понакидывали, все великолепно, все хорошенечко, да? Ну, в принципе, давеча мы данную сборочку собирали, так что все в курсе дела. Вот эти все аппендициты, наши острова. Соответственно, весь наш доблестный промонс и все из этого вытекающее. Ну и, соответственно, просили ребятки добавить, да, Азию. Вот мы ее сюда с вами и добавили. У нас получается здесь Сибирь, да? Класс. Соответственно, Казахстан от Промоц. Вот все эти паромы, да, в октаву у вас будут. Все паромчики абсолютно отовсюду. И, соответственно, будет у нас карта Азии. Здесь все тоже великолепненько, все соединения, все нормальным ходом. Так что вот так, мои дорогие, будете катать в удовольствие. Ну и ждем наше доблестное DLC. Новенькое. И будем посмотреть, что да как будет уже с этим DLC. И потом уже будем что-то с вами такое более-менее интересненькое будем мудровать. Чтобы нам было на чем покатать. Ну а так пока катайте вот на том, что есть, мои дорогие. А посим будем с вами прощаться, как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь поставь лайкосик. Ну, в принципе, все рассказал, что хотел. Я думаю, информацию получили в полном объеме. Будь добру, будьте мне здоровы. Все буде Украина. До новых обзорчиков. Всем пока-пока. Да, ё-моё, да поставь, что вылетает у меня с головы. Ребят, как всегда, большая благодарность и низкий поклончик от меня до самой земелечки. Всем, кто поддерживает и помогает каналу, всем моим дорогим подписчикам и всем моим спонсорам. Ребятки, еще раз, нижайший поклончик до самой земелечки за вашу помощь. А вот теперь, пока-пока.